агентства. Также напомню, что для Ким Чен Ына это первый визит в Россию, но не последний. По его словам, эта поездка будет лишь первым шагом в развитии отношений. В Кремле отметили, что товарооборот из-за санкций снизился в прошлом году более чем наполовину. В эти минуты сейчас помощники приводят в порядок и протирают дверь. Вероятно, именно из этой двери будет выходить Ким Чен Ын.